5 grand just to see you dance. Всем привет, ребятки! Меня зовут Люцис, добро пожаловать на мой канал. Сегодня, как я обещал, пойдем чистить лабораторию в хард-режиме. Я уже все подготовил, мне вот осталось тут только стекло, да боксит кинуть, чтобы стекловолокно готовилось. Оружие я уже взял, бинты, аптечки, вот это все взял, для генератора тоже все подготовил. Единственное, что осталось мне... Так, тут ответить надо... Так, надо взять, что у меня тут, оружие есть, броня, ну броня пока пусть это лежит, здесь карточки, хотя давайте я здесь их оставлю пока. Это с собой возьму, это хавчик, так, на время, и у нас, блин, я вот не знаю, надо мне брать вот этот огнестрел или не надо на первые два этажа. Как бы возьму, но у меня его мало, очень мало этого огнестрела. Единственный способ его добыть, получается, идти и фармить вот этот ящик из-под воды. Ай, блин. А тут эмки есть, у меня нет. О, эмочка. Эмочка надо тратить. Чем меньше я потрачу хорошего огнестрела, тем лучше. Тем больше мне там останется. Ну, думаю, вот этого на первое, скажем так, время хватит. Это генератор мне заряжать так много не надо. Тут еще пару блоков возьму. Аптечки. У меня тут 20 и тут 18. В принципе, должно хватить. Ну, всякий случай. Вот так еще возьму. Штук 10. Чтобы было побольше. Вроде бы я готов. Огнестрела, конечно, тонну взял. Но опять же, это хард-режим, и я не знаю, что мне там вообще ожидать. Я его еще не проходил, я даже не смотрел на ютубе, как и что там проходится, поэтому первый раз, как говорится, наугад. Я знаю, что там есть хардовые боссы, больше, чем в предыдущем режиме, ну, что логично, собственно говоря. Так, куда мне идти-то надо, где эта активация? Это вот тут вроде бы, да? Активация протокола испытаний в экстремальных условиях, 7 персоналов выданы дополнительные средства защиты, это действие невозможно отменить. Ну, поехали, что? Протокол активирован. Кстати, мне по комментарии в предыдущем ролике говорили обратиться вот к этому дедуле. Ага. Ага. Ух ты. Слушайте. Блин, я тут подумал, а что я парюсь? Там это стоит всего 5 монет. Дай-ка я это лучше куплю. У тебя это что бы купить? У тебя карточки можно взять, жесткий диск. И защитник. Рабочая лошадка. Давайте жесткий диск купим. А, то есть раз в 23 часа, я понял. Теперь идем к Еве, отдаем это барахло вот сюда вроде бы как. О, плюс 30. Заберите награду у Евы, что-то уже есть. Забрать. Уровень 3, уборка. А, хорошо, то есть у меня активировался... У меня есть модуль какой-то, да? Так, сейчас я отсюда огнестрел прихвачу, который брал. Так, ну это 3 места, хотя пойдет, так заберу. Идем сюда, мне надо, эта хрень я активировал, надо подойти вот к этой вот штуковине. Тут должны быть модули, которые у меня есть, да. Порой приходится убирать за гостями, иногда убирать самих гостей. И, ну, применить, и что это дает мне? Не знаю, ладно, идемте. Сначала чистить, как обычно, первые два сектора и потом последние два. Но здесь как бы новый контент, по сути. Я еще не, никто еще ни разу не видел этот хард режим. Я в том числе. Все красное, блин. Генератор тебя заряжать. О, ништяк. Я все тут зарядил. Открываем. Блин, не хочу я вспоминать, как все начиналось. Сюда я точно не могу пойти. Ладно. Здесь тоже закрыто, да? Угу. Ладно, идем сюда. Деактивируй все ловушки лаборатории, нанося урон находящимся поблизости противникам. Действует на боссов. Противники в ближнем бою наносят 15 урона меньше. Если ваше здоровье ниже 5%, вы можете частично восстановить его, убив противника. Но меньше 5%. Давайте вот эти ловушки уберем, они меня всегда бесили. Что там дают?
Максимальный запас здоровья противников, спасибо, увеличен на 15%. Они так хардовые, еще их хп увеличиваете. Ай, ладно, поехали. А, тут... Это хреново, это очень хреново. Это прям пипец, как плохо. Этот протокол, получается, невозможно пройти без оружия улучшенного. Ну, как бы улучшенного, которое, получается, вы добываете в лаборатории, да? Блин. Ого. Бейдж сотрудника. А что я с этим буду делать-то? Я пройти тут... Пройти-то ничего не смогу пройти. О, пушка-то прикольная. О, тут еще что-то есть. Так, давайте вот эту хрень удалим и заберем. Это потом все ей все буду отдавать, в принципе. Но чувствую, я тут далеко не пройду. Они все тут улучшены, эти ёпрсты. Да. Тут надо уйму оружия, именно вот это с улучшением. Оно скоро закончится. А мне на почте интересно, есть какое-то оружие? Давайте посмотрим. Оружие. А, у меня один уравнитель есть на почте. Один уравнитель, Карл. И все. Ну, попробуем. Че, докуда дойдем, дойдем. А там уже будем смотреть дальше, что делать. Потом, может быть, схожу, ящик открою. Может, там что-то выпадет. В принципе, этот глок нехило так бьет-то, а? Ой, блин, 500 хп у тебя. Тихо. Тихо-тихо. Брейс. Ну, сколько карточек-то выпадает, сколько ништяков. Угу. Все, оружие закончилось. Надо брать 100 с почты, которые я говорил. Где она тут? Уравнитель. Я, блин, даже этим оружием толком не запасался вообще, в принципе. Я не думал, что оно будет принципиально важно для этого прохождения. Ой, блин, тут живодеры. Этот плевать сейчас будет постоянно. Кровотечение, все это хреново, тихо, не плюйся. Эй, что так больно-то, да? Отстань. Да ёп. Минус. Отстаньте от меня. Отстань. Фуф. Еле прошел. Что могу сказать? Хард есть хард. Что тут у нас? Давай, открывай. Хотя бы ловушки нет, уже хорошо. Опять живодер, да что ж такое? Ну харе переключаться-то, а все же нормально было. Вот, не люблю я это в сингле, то что переключается на противника, который находится ближе. Это пипец раздражает. Ты вроде пытаешься убить одного, которого уже почти убил, он хренак тебе переключился на другого. Ну вообще не кайф. Так, и куда я смогу дойти? С этими огрызками. Кто-то мне скажет, нет? Ну, еще живодера, офигенно. Блин, я еще застреваю, умудряюсь. Может, у меня дома, кстати, есть такие пушки. Я в этом не особо уверен, но где-то дома, возможно, я их где-то там хранил у себя. Ну, я сейчас, короче, попробую, что мне тут осталось-то, еще сколько, даже полкомнаты-то не пройду я. И пойду, умру тут спокойненько, потом приду, заберу свой труп и буду уже проходить с нормальным огнестрелом, если, опять же, найду его на почте или дома. А если нет, то придется фармить его. Но думаю, да ладно, братан, ты меня лучше убей, да и все, мучиться не будем. Тут смысла нет тебе противостоять, мне просто нечем, я зря оружие все потрачу. Давай, минус, отлично. Так, у меня пришла мыс...
в голову на мысль такая. У меня огнестрел на почте и вообще дома не оказалось, как вы видели. Получается, что мне надо сделать? Мне надо пойти и открыть морской ящик. Я уже его загрузил в байк, но прежде чем это сделать, я хочу пойти и посмотреть, что мне даст Ева вот с этими вот жесткими дисками, вот этими пропусками, которые я уже добыл. Я посмотрел, там уровни очень быстро качаются. Не знаю, насколько, может, там еще какая-то пушечка мне это прилетит. Не уверен, но посмотреть стоит. Вот у меня тут два жестких диска, плюс 30, и вот это вот хреновина, плюс 25. Награда ничего не пишет. Почти. А, тут случайно усиление какое-то, да? Потом аж на 10 уровне, а я пока на 3. Тут единственную доставку делать, фармить вот эти вот ключи, получается, и открывать. Получать оружие с ящиков, фармить. Потому что я пусть представить, сколько тут надо огнестрела на этот, на хард режим. Я попробую сейчас пройти один хотя бы сектор, посмотреть, что к чему дается, там что вообще можно получить. Но по огнестрелу, который у меня есть, осталось только вот эти две хрени: защитник и миротворец. Больше у меня огнестрела такого нету. Единственное, надеяться на ящик морской. Может, там что-то выпадет интересное с него. Хотя бы одна оружка. Тут у меня тоже ничего нету. Блин, набрал оружие, называется. Ну, в принципе, для обычного режима оно подходит. С этим спорить никто не будет. А вот для хард режима надо будет фармить и фармить и фармить. Это пипец, как надо будет долго это все собирать. Эх, так. Ну, пока что можно послать по ссылке и ящик открыть, посмотреть, что там выпадет. В общем, сгонял я в порт, добыл два ящика, один уже вот тут готов, и у меня тут хрень полная. Одна пушка, один уравнитель, это реально беда. Эх, ладно, давайте тогда разберем второй, уже за монету ускорю это дело. Надеюсь, что тут будет хотя бы две пушки, потому что там у меня в порту еще две лежат, и здесь третья, здесь четвертая должна быть. Желательно бы 5, чтобы чувствовать себя более уверенно. Нафига мне 3 фильтра? Ускорить. Пусто. Что тут у нас? Блин, тут еще один уравнитель. Эх, это вообще ни к селу, ни к городу на самом деле. Этот моторный. Это все я сложу. 4 пушки. ХЗ, хватит мне на что-то это или нет? Вообще без понятия. Пушек больше нету. У меня их тоже нету больше. Ну, давайте сходим с тем, что есть. Может быть, прокатит, фартанет, повезет. Там, в принципе, есть одна пушка, которая очень много урона вбивает. 65. Если она будет реально этот урон вбивать, то это очень хорошо. Типа дробовика, вроде бы, насколько я помню. Может быть, до конца этажа без босса мы дойдем. Я на это очень сильно надеюсь. Если нет, то, увы, ах, я пытался. Так, едем сюда. Пушки я с собой взял. Одна сюда, и потом вторую положу какую-нибудь другую. Давай. Доехали, хорошо. Плюс, блин, баф очень хреновый у зомбарей, что у них на 15% больше хп. Это значит, что мне придется тратить больше огнестрела. Так, где мое оружие? А, кстати, я там умер, я вообще труп подбирал, нет? Даже не помню. Так, вот это я забираю. Вот так получается у меня сейчас. Это вот сюда пистолет. Ну, думаю, так сойдет. Или даже вот так, наверное, сделать. Тут карточки есть, поднакопим еще. Тут броньку надо взять с собой обязательно. Куда же без этого? Карточки у меня тут, значит, я туда уже ходил. Еще аптечек возьму. Чуть-чуть буквально. Ну и на всякий случай возьму это оружие. Но я сомневаюсь, что босс будет... можно будет завалить обычным огнестрелом. Очень сильно в это сомневаюсь, но... Если прокатит, то прокатит. Поехали смотреть, что тут и сколько мы сможем пройти. Блин, я надеюсь, хотя бы один сектор мы пройдем. Просто хочется посмотреть, что с одного сектора падает. И приблизительно знать, что сколько упадет со всех 4. Пока что у меня вот 8 карточек. Ну и те, которые я уже закидывал, которые вы видели. Ну не карточки, а эти жесткие диски. Вот эти вот пропуски. Они дают по 25 и 30 опыта, соответственно.
Так, давай, давай, давай. Так, тут трупа моего уже нету. Проходим. Давай, давай. Так, а чё? Требуется активировать терминал? В смысле? А, фу, я думал, сначала придется проходить новую баню. Так, здесь ловушек нету. Это хорошо. Идем дальше, дальше, дальше. К боссу я пока заходить не буду. Вот тут мне главное пройти. Ну-ка, дай-ка попробую это оружие. 45 бьет по нему. Ну, для одиночных целей, в принципе, оружие подходящее. Дробовик. Обычный дробовик. Так, о, еще один жесткий диск. Или кто это? Что это такое вообще? Что это за носитель? Диск с данными, ну, типа жесткого диска. Так, здесь у нас чего? Ага, плевун, который сразу плеванет. Минус. Минус. А тебя мы так завалим. Стреляй. Ты отхиливай еще, что ли, я не понимаю. Так, еще один пропуск. Найс. Уже половина дробовика нету. А, там крикун и кто еще? Ой, блин. Ну как ты меня задела? Я же вроде старался, отбегал, а ты. Минус. Минус. Эх, увернулся. Хорошо. Так, тебя мы так завалим. Давай, 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 давай. Я чувствую, мы можем это пройти. Но босса, наверное, все-таки не получится никак. Так, давай. Пропуск. Хорошо. Ох, и плотненько же получается эта хрень-то. Это получается, надо фармить постоянно обычный режим, чтобы пойти пройти хард-режим, блин. Давай, плюй. Я пока этого побью. Тебя надо быстренько так завалить, чтобы ты не мешался. Давай. Минус, отлично. А ну все, это последняя комната. Мне хватило. Слушайте, не так много я и потратил. Может и на босса хватит. Что у меня получается? Еще две пушки есть в запасе. О, тут жесткий диск. А здесь что? Хреномантия, понятно. Ой, давайте сходим, посмотрим. Мне вот реально стало интересно. Вдруг мне этого хватит, этого огнестрела. Так, это мы переоденем сразу. Это мы сразу удалим. Удаляйся, удаляйся. И мне надо бы взять с почты эту хрень от этих вот спор. Ой, пошли, босс, где ты там? А знаете, что я не подумал? Да харай меня пить, а. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, паразиты. Нет-нет-нет-нет-нет. Реаниматор. А, да, я реаниматор-то не заюзал. Твою же ж мать. Так эти тоже зомби-то оказываются. Блин, зомби, тьфу ты. Личинки его. Они тоже такие же, как и он, собственно говоря. Блин, знал бы я, что такая хрень понадобится. Нафига я тогда тот огнестрел копил? Что мне с ним делать? Бункер, Браво, Альфа, я уже давно-давно-давно не хожу. Сейчас придется фармить новый вид огнестрела, чтобы идти и чистить лабораторию. Но это же... Хотя бы оставили бы хоть какую-то лазейку. Нет, блин. Фармишь сначала один огнестрел, потом фармишь второй вид огнестрела. Нормально. Так, что у меня по броне? Пушка вообще износилась. Так, реаниматор сразу принимаем. Эту хрень. Я не знаю, куда ее принимать надо. А, ладно, давайте так попробуем пройти. Если прокатит, хорошо. Если нет, я пытался. Так, давай проходим. Где там этот босс? Давай. Открывай, открывай, открывай свои все. Давай, 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 давай. Как я буду валить этих личинок желтых, если с огнестрелом трудно было их валить, то сейчас вообще боюсь представить, что там будет. Ой, ладно, поехали.
чуть-чуть, по чуть-чуть будем его валить. Минус одно оружие. Паразиты. Паразиты, взрывайтесь. Взрывайся. Так, можно я вот эту хрень залезу? Спасибо. И вот так возьму, блин. Вы что, прикалываетесь? Алло. В смысле? А что было-то? А что случилось-то? Почему меня за... Что меня застопорило-то? Да тут хватит. Это реально уже несерьезно как-то. Блин. Да взорвись ты уже. Это жестко. Это реально очень жестко. Опять. Я не вылезаю буквально сразу же. Чуть-чуть замешкал. Все, тебе труба. Опять. Давай. Ой, блин, там желтый ползет. Что мне с ним делать, прикажете? А, второй еще желтый. А, ну все, ГГ. Не, ну это как-то... Да, это вообще не... Как по мне, это Unreal какой-то. Там те паразиты ползут, эти паразиты ползут. И... Огнестрел, который промахивается. Это... Это бред. То есть... Два паразита убить сразу... Не отходя от кассы, это реально бред, как по мне. Ладно, ребят, я попробую пофармить оружие. Может быть, моды какие-то там выпадут мне интересные. Давайте вот те закинем, которые я сейчас выбил. Ну, не моды, а те самые. Там схемы какие-то были вроде бы. Эти диски, там пропуски закинем, посмотрим. Может, выпадет нормальная какая-то схема, которую можно будет использовать. Мне кажется, та же тема была в бункере Браво, пока не собрал эти самые, эти, как их, терминалы. То есть без них, там без надо закрытия, открытия чистки канализации, там без тюре, убирая, как их, отключения воды, там вот этой всей хрени, было очень хардово пройти бункер Браво в свое время. Многие кричали, ныли, говорили, что это нереально, невозможно, что-нибудь сделайте, все дела. Но, соответственно, когда собираешь те или иные терминалы, у тебя все получалось. Ну, по крайней мере, у меня вроде бы бункер Браво сейчас проходится на ура. Но первое время, когда я ходил, я вообще не мог понять. Я умирал там по 10, по 15, по 20 раз. Просто на втором этаже. Не даже на третьем каком-то, на четвертом. А на втором. Возможно, здесь надо просто побегать, пособирать схемы, поддавать это все до барахло Еве и получить какие-то бафы отдельные. И это может помочь. Сейчас мне бессмысленно туда идти, потому что огнестрела, как вы видите, у меня уже не осталось. Ну, тут что у меня? Вот эта хрень и, собственно, все. Может быть, если не таким криворуким был, я бы смог его завалить, но уже попытки я уже свои исчерпал. Поэтому просто буду сейчас копить огнестрел. То есть буду ходить, посылать посылки, там все дела, открывать ящики и смотреть, что оттуда выпадет. Так, Ева... Что-то мне даже за схему, если я вот закину вот этот жесткий диск и вот так, подождите, ну-ка давайте заберем. Ага, спринтер, окей. Ну и это закинем, плюс 15, плюс 30, что это? А, и нифига я не прокачал, какой у меня уровень? Четвертый. И 16 карточек осталось. Ну, что могу сказать? Попытка не пытка. Давайте хоть генератор улучшу. Следующий ролик я, получается, посвящу лаборатории обычному режиму. Так, что тут как-то улучшит? Давайте трубы закину хотя бы. Потому что хард режим я, в принципе, не смогу пройти. Будем проходить пока что обычный режим и фармить всякие там плюшки, ништяки, которые нам понадобятся. Надеюсь, ролик я не слишком затянул. Опять же, эмоции, все такое, все дела тополя. Ну а на этом все. Если ролик вам понравился, вы оцените его лайком. Пока-пока. До скорых встреч.